бесплодных женщин с каждым днем не меньше. Не приобретешь беременность за взятки и за бесчадие при горькие насмешки. История рождения Самуила пропитана молитвой матери скорбящей. И Анна, мать, пророка получила. Пророка из пробирки вряд ли кто обрящет. Жена вторая, дерзкая Феннана, над Даннушкой с усмешкой изгалялась. А та, претерпевая с молитвой неустанной, с соседкой не судачила и не точила лясы. Родомов тысячи в скукоженной стране, но где рожденные по чудному обету. Не в люди вывести, но выше и скромней, заботиться о бедных, со Христом обедать. Как это выполнить в сегодняшние дни, на благовестническом поприще остаться? И в одиночестве здесь никогда один. Таким Иисус подкладывает яство. Мне посчастливилось, пусть даже невзначай, как наяву жить в детстве с Самуилом. Тогда сподобился я этот путь начать, и он мне не был в тягости постылым. Брат Самуил меня не научил тому, чем жил, взрослел на 5 лет. Курил украдкой и грозил: молчи, пугающий из трубки взял пистолет. Так с развороченной подушечкой на пальце отметился на следственном рояле. И к Самуилу в рабство не попался, иначе верующим стал бы я едва ли. И прежде, задолго до нужного зачатия, ищите матери общения с Иеговой. Для многих и далеких в этом счастье. История Израиля в нас повторится снова. 21 июня 2007 года.